Всем привет, с вами Андрей. На днях от своей подписчицы я получил 20 копеек 1970 года. Отправила она мне ее новой почтой наложенным платежом. Вот я ее получил и решил сделать обзор для тех, кто говорит, что такие монеты не встречаются, мы ищем, найти не можем. Вот он яркий пример. Вот он реверс монеты. Сейчас, если вам интересно, могу показать монету на весах. Включаю весы. Ждем, пока высветятся нули. Вот она монета на весах. То есть таких редких монет еще очень-очень много. Вот он ее гурт. Монета из обихода. Так что ищите. Монет еще более чем предостаточно. Контактные данные мои под видео. Там есть почта, Viber. Отправляйте фотографии кому как удобно. Будем обсуждать цену монеты. И совершать сделку. Если кому нравится видео, ставьте лайки. Не нравится, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, дабы увидеть еще много редких монет. До новых встреч. Всем пока и удачных поисков.